Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Этот видосик делаю специально для соклановцев. Ну что ж, поехали. Так, давайте начнем с ежедневных заданий. Ну это как по стандарту. Это как обязательное наше. Забираем. Так, подарить 5 сердечек. 5 сердечек давайте сделаем. Блин, жалко, нету никаких боссов, с которыми можно было бы подраться. Забираем. Так, играть в лотерею 2 разика. Ну что ж, поехали. Надеюсь, что-нибудь хорошенькое упадет нам. Так, 50 тысяч душ. Ладно, давай еще один раз крутанем. И 160 тысяч голды нам выпало. Забираем. Так, выполните две задачи из таверны. Обязательно мы это с вами сделаем. Так, у меня, по-моему, здесь... Ага, еще 2 часа надо ждать. Тогда я буду выполнять вот эти вот все задания, которые у нас связаны с бриллиантами, с брюликами. Так, давай мы вот здесь еще сделаем. Надо будет выполнять обязательно, ребята, это задание мне по поводу таверны. Все, а это пускай у нас пока здесь остается. На запасик получить. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, это вообще проще парень репы. Делаем, естественно, ребята, с вами. Вот так. Выбираем 3-ку. Изготовить сразу же. Дешево и сердито. И, по крайней мере, задание это у нас выполняется. Выполнить базовый призыв. Ну и, соответственно, героический. Херня какая-то. Давай здесь. Так, 3 звезды. Давай еще один. Опять? Ты издеваешься надо мной, что ли? Ну, понятно. Ну, давай тогда дружеский призыв. Ай, фигня. Ладно, забираем вот это. Сразиться 3 раза на арене. Ну, поехали. Быстренько сейчас с вами тут так проскакивание боя поставим. Так, один бой мы с вами сделали. Давай второй. Угу, замечательно, 5 брюликов заработали. И еще. Кстати, задание по арене тоже нужно обязательно нам сделать. Но время пока есть, так что успеем. Что у нас тут? Награда 4 звезды в таверне. Ага, ну одно задание я выполнил, поэтому получаем с вами реворд. Так, собрать награды, выиграть 2 рейда. Ну, вот это самое любимое у меня. Я обожаю здесь. Так, 200 тысяч, ну это плохо. Да, жидко сегодня как-то. Совсем не пошло дело. Давай посмотрим, что у нас тут выпадет. Во, нормуль, давай еще так же. Во-хо-хоу. Вот это я понимаю, зашло. Так, и давайте, наверное, вот здесь. Ну, удачи, улыбнись. Нет, нифига. И тут то же самое, нифига, жаль. Так, ну что, вроде бы все задания выполнены, кроме одного. Сейчас мы его быстренько с вами тоже завершим. Это нужно нам собрать все вот здесь вот, так, трофейчики. О, 10 нормуль. Так, давайте 5 раз нам нужно это сделать. Также я прокачал Эмили. Подожди секунду. Кого-то здесь не хватает. Кого мы отсюда убирали? Я никого, по-моему, не убирал. Ладно, хорошо, давай поставим с вами Кугу. Пускай он здесь стоит. Все, задание, по-моему, выполнил, да? Давай заберем и уже будем нормально тут общаться. Короче, ребят, смотрите, по героям. Не Роса, я ошибся, не Роса, а Эмили. Где она у меня? Где эта радость? Вот, Эмили. Ее прокачал еще на 1 звезду. Теперь вот нужно ее будет дальше апать, но для этого мне нужны герои. Естественно, я пока не собираюсь никого здесь тратить. Нужны персонажи. Это единственный вариант. Также я получил, ребят, новый сет. Точнее, не получил, я его обменял. Это вот он. Вот этот такой вот сет. Обошелся он мне, по-моему, в 40 лямов, если я не ошибаюсь. 40 миллионов деньгами и 2500 брюлей. Угу, как-то так. Еще Данте. Дантериана я прокачал тоже на 3 звезды. То есть теперь тоже нам нужно дальше его апать.
Ну, как всегда, у меня нехватка сейчас очень большая с персонажами. Не везет, не выпадает ничего путного, так что терпим, ждем. Так, ну 4 звезды нормуль. Так, здесь мы призываем двух героев. Ладно, теперь давай посмотрим, что у нас тут. 30 брюлей мы с вами забираем. Заходим в события, смотрим, что у нас тут. Тут ничего хорошего. Вот это вот надо будет обязательно нам с вами как-то выполнить. Тоже задание. Ну, здесь, соответственно, у нас никаких шансов нет, потому что у меня мало кристаллов этих обменных. И вот, вот, ребятушки, вот он этот сет, который я получил. 2500 брюлей, 60 лямов. 60, не 40. Вот, ну, конечно, в идеале бы мне хотелось бы еще лучше бы сет, но для этого нужно 100 лямов и 4000 брюлей. Недешево, согласитесь. Но зато оно того стоит. Так, вот это задание мы с вами выполнили. Остается еще вот здесь вот задание пятизвездочное, да? Пятизвездочное. И мы с вами еще получим с вами реворд. Так, хорошо, давайте-ка я кое-что гляну. У нас в таверне, кстати, не пятизвездочное задание, нет. Четырех, к сожалению. Жаль, а так бы могли бы сейчас получить. Захожу в алтарь, вот этих вот ребятулек сразу убираем, они нам не нужны. Теперь зайдем в круг призова и попробуем попризывать маленечко персонажей. Авось, может, улыбнется. Так, список героев у нас, как говорится, уже максимум забит. Тогда делаем так с вами. Я обычно, ребят, расщепляю тех, кого у меня больше всего. Так, здесь у нас вот так вот делается. А тут очень много, ребят, этих надо удалять. Тут все нормуль, вот это вот уничтожаем. Так, смотри, вот этих вот тоже много. Так, погоди, расщепить. И продолжаем, да? Нам нужно немножко освободить место здесь. Так, тут отлично, тут все хорошо, тут хорошо. Ну, в принципе, ребята, дальше уже все нормуль. Так, давайте дальше призывать. Сколько у нас? 8 свитков. Поехали. 4 раза я попробую еще попризывать. 2, 3, 4. Давай 5, хорошо. Все. Ничего, как видим, путного нам не выпало. В круге мы тоже, по-моему, ничего не можем с вами сделать. Никакого героя ни пропать, ни поднять. Да, все у нас тут тихо. Тихо, как в танке. Какой-то прям затишье перед бурей. Ну что, пойдемте, наверное, на испытание храбреца. В последнее время, ребят, меня здесь колбасят. Я не могу далеко пройти. Будем сейчас пробовать вместе с вами, как у нас это все дело пойдет. Так, ну что, вначале будем проскакивать бои, потому что тут все вначале легко и просто. Где-то уже на 9-м, на 10-м этапе будем смотреть, как у нас там будут проходить бои. Ну, а пока все нормуль. Надо будет, кстати, еще посмотреть, что у меня там с оборотнем с моим. Могу ли я его немножечко проапать или нет. Там осталось, если я не ошибаюсь, 3 уровня, чтобы он у меня стал 120-м. Так, ну что, пока вроде бы неплохо, да? Все полностью здоровы, все хорошо у нас. Мы справляемся. Так, 6-й этап. Здесь у нас Зигмунд, да? Ладно, я думаю, что мы его, наверное, победим. Без потерь, надеюсь. А ну-ка. Так, а вот здесь я хочу, ребят, уже посмотреть, как будут у нас обстоять дела. Тут враг довольно уже такой серьезный пошел. Так. Ну, в принципе, есть шанс, даже неплохой шанс. В данный момент, мне кажется, я выигрываю за счет того, что Дантериана я прокачал. Опс. Кого-то минусанули у меня. Кого-то у меня минусанули. Так, посмотрим. Эмили, блин. Эмили у меня упала, к сожалению. Ладно, хорошо, я возьму тогда. Давайте Валентина. Попробуем вальком сыграть. А почему так Эмили-то быстро сплавилась? С чего вдруг? Я не знаю. Ну вот единственное, что Валентин, конечно, так же, как и Джахра, у меня только лишь пятизвездочные. Их нужно, ребята, дальше апать. Но не могу нигде найти на них дубли. Так бы, конечно, обязательно.
До 6 звезд по любасику нам нужно их апать. Так, смотрите, ну здесь уже, конечно, вообще жесть. Ты посмотри. 3 звезды, 3... Ой, 3 звезды, ну вы поняли, о чем я. Билл Рейн, тут, короче... Ну тут, наверное, мы с вами проиграем, скорее всего. 180 уровни там, тем более. Жесть, конечно. Давай посмотрим, как тут все будет дело обстоять у нас. Так. Ага, ну... Блин, Камус, ну что ты в камень превратился? Блин, сейчас Росл... Ах, вот как. Слушайте, а Камус же он у нас вроде бы не может превратиться в камень. У него статы антиокаменения. Так, ну что, здесь мы разобрались довольно неплохо. Я думал, что мы здесь сольемся, но нет. Вырулили ситуацию, ладно. Давайте дальше двигаться. Так, здесь у нас кто? Ну, я ничего тут такого страшного не вижу. Мы должны, в принципе, здесь справиться. А кто у меня опять погиб? Блин, Камус, да? На этот раз... Подожди, это не Камус, это Валентин у нас. Да, Валентин. Тогда давай поставим Джахру. Почему я либо Валю, либо Джахру, а не массовики? Массовая атака. Что этот, Валентин у нас в стан вгонять, что Джахра может в лед заковать. Так, ладно, хорошо, смотрим. Блин, чё вы Роса-то все бомбите? Джахры как будто здесь и не было, ее просто снесли уже. Вот что я вам скажу. Камуса убили. Ой-ой-ой-ой-ой. Данте у нас упал. И останется у меня здесь только, да, Вейса. Только Вейса и осталось. Пипец, я вам скажу, ребят. Что-то не то. Ладно, давайте возьмем свои остатки роскоши, которые у меня остались. Ну, вариантов просто нету. Все равно, наверное, у нас тут... Оу, все. Это звездец. Ребят, тут даже и нечего говорить. Расколбасит меня здесь по полной программе. У него Джахра прокачанная, Вейса тоже неплохо прокачанная. Зигмунд, который тут валит всех налево и направо. Там без вариантов просто было. Ладно, хорошо. И вот в последнее время, ребят, вот 11, 10, 9 этап для меня это последний. Дальше не могу пробиться. Я не знаю, в чем проблема. Почему такие сильные пошли бойцы у меня? Специально, что ли, таких выставляют? Так, и я хотел зайти посмотреть на своего оборотня. Так, ну что я ему делаю? А, 116 у него уровень. Здесь, к сожалению, ничего не могу сделать. Ладно. Давайте зайдем сюда, по-быстренькому заберем по рейду свои призы. Так, отлично. Сколько вообще у меня сейчас? Давайте глянем, ребят. 5330. Нужно 6000. В принципе, немножко уже осталось. Скоро мы получим с вами возможность кого-то призвать. Давай зайдем в рюкзак, глянем. Ага. 2 героя, 4-звездочные. Хорошо. Так, остров свободный у нас открыт. Давайте, наверное, быстренько здесь все это сделаем. И пройдем, конечно же, его. Так, один осколок нам выпал на 5-звездочного героя. Так, здесь нам достается 9 кристаллов. Опять осколок. Все, да, ребят? А нет, вот. И здесь сундук еще. Что это нам сегодня на осколки-то так щедры? Ну что, ребятуль, давайте быстренько с вами завалим. Давай-ка я, наверное, уберу отсюда Джахру, поставлю Эмили. Вот так вот. Прошли, прошли. У нас еще 6 нарциссов есть. Ну, это как раз для того, чтобы забомбить босса. Ну, все, нормулька, ребят. Чистое прохождение. Забираем реворд. Так, что еще нам надо сделать? Таверна молчит. Тут у нас ничегошеньки нету. Все потрачено, ребята. Опять же, ничего нам путнего там не выпало. В башне. Давайте посмотрим, что у нас в башне творится. Ребята, не могу их пройти. Вы представляете, они просто... Просто жесткие ребята, которые кромсают всех налево и направо. Так, давай сделаем вот так вот, перестановочку небольшую. Нет, они серьезно, они просто тут вытворяют ужас какой-то. Вот, смотрите, показываю вам. Ну, вы знаете, да, что это у нас убийцы, ассасины.
ассасины тьмы, точнее нежити. И пипец, посмотри, посмотри, что они делают. Жесть, блин. В 3 секунды расколбасили. Если кто знает, кто против них хорошо заходит, ребят, напишите мне в комментариях. И, возможно, в следующей серии мы их сможем с вами одолеть, пройти. Так, давай зайдем в компанию и посмотрим, могу ли я продвигаться дальше. Нет, продвигаться дальше не могу, нужен 110 уровень. А у меня, по-моему, 109, да, мне нужен еще один левел. Почему свободный остров у меня отмечен? В чем проблема, я не могу понять. Так, секунду. А почему он у нас был отмечен? Что тут не сделано? Ладно, давай проапаемся хотя бы чуть-чуть. Так, здесь мы не можем ничего. Все, что ли? Больше ничего апать не можем? А, нет, вот здесь вот можем, отлично, хорошо. Так, давайте-ка, наверное, мы еще с вами зайдем в гильдию. Так, все тут хорошо. 10 дней, бегемот 10 дней назад был. Ну, если еще день, ребята, вот, и Руслан, кстати, киллер тоже. Они, естественно, все будут удалены. Так что, бегемот, если ты смотришь, или кто там у нас еще, Руслан Киллер, если ты смотришь, я тебя предупреждаю, вас. Если вы не появитесь в игре, вы будете удалены. Так, и заходим в поместье. По науке, ребята, на бойцах я прокачал вот эти две специальности, то есть на ХП и на атаку. Вот теперь сижу и думаю, что еще бы нам прапать. И на своих... пастырях я прокачал что? Критический удар, но мне кажется, что надо еще прокачивать. У нас есть вообще простая атака у них, нет? Походу нету. Ну, надо ХП прокачивать. ХП надо прокачивать обязательно, потому что дальше мы не сможем ничего сделать абсолютно. Нас будут бомбить, валить. Кстати, мне нужен народ в клан мой, чтобы мы могли с вами уже ходить и выступать, драться. В данный момент у нас просто не хватает народу. Так что, ребятульки, если кто слышит, присоединяйтесь. Ну что, вроде бы, в принципе, на этом можно и закругляться. Больше ничего у нас не остается. Давай еще один призыв сделаем. На всякий случай, мало ли там чего. Так, у нас монетки есть. У нас есть суперские монетки, но... если мы обновим, предположим. Ну, я не знаю, не хочу я здесь тратить. А вдруг мне выпадет этот мотылек, а он мне и не нужен. В общем, по событиям, ребята, нужно мне этих... с этим я, конечно, вообще даже не знаю, когда они выпадут. Короче, героический призов нужно сделать. 20 призовов, как минимум, еще. Это чтобы первое задание выполнить. Так, здесь у нас явление героев. Ну, про это я вообще даже думать не хочу. И вот здесь, конечно, бы мне хотелось бы еще один сет поменять. Вот этот вот, вот на этот. На славные сапоги. На славный меч, короче, на славный сет. Можно так его назвать. Я надеюсь, что мы успеем. Время еще есть, 10:47 часов. Так что, естественно, ивенты будем таверны делать. Я думаю, что вот мы сделаем скоро вот это задание. Потом надо искать 6-звездочные задания для... а потом уже и 7-звездочные. Вот, в принципе, пока и все. Кстати, здесь, ребята, я прошел. Вот здесь. Везде по одной. Теперь вот мне надо с этими архаровцами воевать. 9000 ведовской пыли. Так, а здесь... ага. Ну вот, короче, с этими хламонами тоже нужно будет повоевать. Но пока у меня мало этих знаков, чтобы идти и драться. В принципе, пока и все. Ребят, если что-то будет новенькое, хорошенькое, свеженькое, обязательно сделаю видосик, покажу, расскажу. А пока все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребят.